теперь должны знать, кто теперь папа. Это не тщеславие, это необходимость. Он невероятный человек, но его святейшество куда более переменчив. Я легкомыслен, ленив, напыщен, высокомерен. Это все, святой отец? Разве этого мало? Есть ли вероятность, что Пий XIII придет в себя? Он все еще жив, хотя и сам не знает. Это не важно. Теперь папа я.